Итак, наше первое вооружение — это гранатомет. А если быть конкретным, это H69A1. Говорящее название. Так, давайте посмотрим, как это работает. Также у нас есть труба. Есть вот такие вот замечательные снаряды, ЛГБТ, видимо. Один установим сюда, попробуем шмальнуть. Ну, я не уверен, что это будет наносить урон, конечно, нашим противникам. Но будем надеяться, что все же будет. Так, ну что ж, господа, у нас уникальное, удивительное оружие. Сейчас мы только им и будем пользоваться. Поехали. Для начала я предлагаю забежать все-таки в магазинчик. Может быть, там что-то получше, хотя, казалось бы, куда лучше. С таким оружием можно далеко пойти. Вы только представьте, как он будет расщеплять сосиски. Сейчас, секундочку, вторая попытка. Вы только представьте, как он будет расщеплять сосиски. Сейчас, секундочку. Это, видимо, резиновые снаряды. Ну, неудивительно, ЛГБТ, так сказать, все-таки. Ну, не знаю, получает он сейчас невероятное удовольствие, но все-таки он лопнул либо от радости, либо от мучений и страданий после нескольких выстрелов из этого говномета. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас КП, здесь у нас КП. Ну что ж, дамы и господа, я предлагаю наролить что-нибудь более интересное, потому что если я встречу два противника, то произойдет страшное. Эти резиновые снаряды, они меня засунут в одно место. Так что лучше, наверное, мы наролим что-нибудь. Например, вот этот замечательный ствол. Это Драгунов. Встречайте потрошителя. Следующий. Не достаю. Не знаю, куда он улетел. Но я думаю, далеко. Вместе с моим кинжалом, кстати. Тихо-тихо, ребята. Спокойно. Ну что, не видите, я занят. Вот бы ты снаряд взял случайно. Надо вообще выбросить. Думаю, что он мне никогда не понадобится. Так, ну вот уже и 220 хп всего лишь осталось. Понял, это у нас DP-28, короткий LMG. Ну теперь все совершенно по-другому будет. Никаких кинжалов, только этот гигант. И только пулеметные очереди. Только пули свистят. За дымом не будет ничего видно вообще. Interfacing with system node.
Главное научиться быстро диск вставлять. Почти уже привык. Целый патруль здесь. Посмотреть. Может, как-то и можно, просто, ну, не в курсе, например. Так, это просто аксессуар говна? Или нет? Одной рукой, ребята. Попасть, конечно, трудно. С такой-то отдачей. Ну-ка. Ладно, оставлю на всякий случай. Ну да, это вообще в целом аксессуары. Но сюда ничего не затолкнуть, вот в чем проблема. Удлиненный ствол, но нафига он мне для пулемета, пока не знаю. Честно говоря, я не уверен, что мне еще что-то нужно вообще. Зрите, новое чудо света. Еще один такой же ствол. Аня, с удлиненным стволом. Или нет, мне показалось. Да, слушайте, это другая модификация на самом деле, смотрите. Удлиненный ствол. Разве это не здорово? И сошки, смотрите, есть. Вот это кайф. Беру тогда, получается. Беру с сошками. А как их раскладывать-то? А, вот здесь вот. Ну все, теперь можно залезать в окоп и сдерживать наплывы противников. Этот, кстати, уже с удлиненным не засунуть на передний слот, только за спину. Хотя знаете что, у меня есть гениальная идея. Как говорится, say hello to my little friends. Это меня не унесло от отдачи, это просто дрифт стика. Но сдерживать их крайне трудно. О, ХП. Отлично. Кто-нибудь еще? Кто-то там кряхтит. Не стоило сюда приходить. Я пытаюсь компенсировать отдачу, но это крайне трудно. Так, ну что ж, ребята, я предлагаю... Еще взять что-нибудь. Как вам такая мысль, как вам такая идея? Например, говнопистолет какой-то с раковой опухолью. Наверное, это... Духи, знаете, такие старые духи? Либо пистолет агента 007.
Вот это другое дело. Целую толпу разносит за секунду. Но давайте посмотрим, что нам еще может выпасть. Так, удлиненный ствол. Я могу разве что на этот пистолет поставить. Сделать вот так вот. А компенсатор я выкинул, да? Теперь это действительно крайне странное оружие. На комарика похож. Можно унижать им противников, но давайте наролим еще один ствол. И это у нас снова пистолет с довольно емким магазином, кстати. А, черт, не тот ствол. Из-за спины вытащить не получается.